Всем привет, ребят. Ну что, время пришло разыграть еженедельку. Прошла неделя. Я вам говорил все правила. Вы, в принципе, должны их знать. Они не меняются. У нас лайк, репост, открытая подписка, открытое видео, которое понравилось. 15 видосов как минимум за неделю у вас должны быть зарепощенные. Ну и социальные сети, не только ВК, другие сети, там Facebook, Twitter тоже считаются, поэтому не пишите, что только ограничено все. Сервера у нас не ограничены, также идет дополнительно, параллельно и участвует в этом же еженедельном конкурсе наш новый аккаунт за десяточку, который мы качаем. Есть целый плейлист по нему, тоже можете посмотреть, ссылочка. Ссылочки, по-моему, у меня на плейлист нету, но вы можете это все посмотреть в плейлистах. Также у вас есть куча видео, заходите в плейлисты, там как за десятку есть и смотрите. Подписывайтесь на телега по описанию, чтобы не пропустить новые видосы, не пропустить видосы, которые вам надо за неделю зарепостить, если вы участвуете в конкурсах. В общем, куча всего, все есть, ВК мой есть, все, ссылки есть. Все зависит только от вас. Так, окей. Что там у нас сегодня интересного? Поехали посмотрим на мой канал. Сейчас я отведу тебя в стороночку. Такс. Захват экрана есть. Поехали. Прошлый нас видос, видосы будут участвовать до сегодняшнего утра. Сегодня утром я вот халявные сундуки. Вот вчерашний видос 20 часов прошло, тестируем космо. Вот вы видите, я его показываю. А прошлая неделя у нас закончилась вот этим вот видосом, определяя победителя конкурса на розу. Итак, считаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Ай-я! Так, ладно. Я вроде тут все видосы пооткрывал. Просто я что, я так пересчитываю, я еще параллельно смотрю, или у меня все видосы открыты, потому что бывают неоткрытые видосы тоже в этом списке. Так, ну вроде все есть, ладно. Поехали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. 6 на 6, 36, 37, 39, 40. Вот так вот. 40 видосов я за прошлую неделю штампанул. В принципе, нормально. Такс, поехали. Редстаф наш. Один. 40. Генерируем. 38. Ну я не знаю, ну что за фигня? Почему выпадает, блин, последние эти? Меня это начинает бомбить. Будет 12-й. Не знаю, блин. Ну вот видите, последние видосы выпадают. И я знаю прекрасно, что люди бывают на последних не успевают. Поэтому, блин, ну реально, что-то последнее время. Давайте даже не так. Давайте сейчас пару раз обновим. Чтобы вы не думали, что какая-то там подстава. Я этой херней не страдаю. Просто как-то оно меня это убивает. Ну, ребят, 12-й это значит судьба, это подкручено. Ну его нафиг. Так, ну еще раз. Какой там, блин, надо другой рандомайзер искать. 7. Вот счастливое число, семерка. Ищем 7-й видос. Жесть, короче. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Халява для бездоната. Мега халява на ките. Будет ли на ру? БГ. Окей, поехали. Такс. То я писал за спам. Не переживайте, я всех со спама достаю. Вот таким вот макаром. Надеюсь, не будет тупить нас сегодня. YouTube, как обычно. Блин, сделали бы какой-то нормальный поиск комментов, сделали бы какую-то встройку для YouTube, чтобы можно было нормально работать с аудиторией, как бы, ну, я только это приветствовал бы, но, к сожалению,
им пока не до этого. Поэтому, ребят, дополнительно, я же говорю, два конкурса, дополнительно еще тот конкурс на аккаунт, можете посмотреть плейлист, там обалденный аккаунт уже, мне самому он нравится. За минималку шапки, даже половину шапки не набрали, а уже есть топовые герои. Так, смотрим. Все отлично, все открыто, давайте. Сейчас я открою еще разок этот видос. Где мои видосы? Вот, допустим, заходите, вот у меня есть тут списки видтворень, ну, у меня на украинском, у вас на русском, и можете посмотреть. Так, вот есть всяк за десятку, видео, которые понравились. Так, хорошо. Заходим опять в видео. Вот видите, вот сейчас ограниченный доступ есть, видосы появляются, ну как-то оно так рандомно, не знаю как так. Так, ищем наш видос. У меня куча видосов есть скрытых еще. Так, вот он, ну вроде сейчас должно все быть открыто уже здесь. 162 человека, ну блин, ребят, я знаю вас намного больше. Не ленитесь, я для этого вам телегу дал. Заходите туда и там. Смотрите. 6 дней назад. Да, у нас тут влезло 162 коммента. Какая себе. Да, может быть. Так, ладно. Копируем ссылочку на видосик. Идем в рандомайзер. Ну, что-то тупит. Так, это можно походу все убрать. Поехали. Халява для бездона. Это этот видосик. И... Бум. Алишер Садыков. Алишер. Не знаю, как правильно. Видео... Один день назад. Красавчик. Так, видимо, явно фанат. Халява для бездона ищем. Так. Так, халява для бездона есть. Каналы есть. Отлично. Молодец. Поздравляю. Но еще не до конца поздравляю. Сейчас я зайду в твой ВК. Связь по телеге, окей. Хороший номер. Так, ну тут однозначно, да, 14 марта, 14, 14. Тут даже думаю, не стоит, надо считать. Все есть. Все, что надо, есть. 11 марта еще даже. Короче, красавчик. Поздравляю. Даже если брать... Вот 11. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, один, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать. Да, есть у него 15 видосов. Че, поздравляю. Сейчас я, конечно, еще проверю, но я думаю... Так, как обычно на украинском пишу. И сейчас всех забомбит. Это же фейк-страница! Ну, ребят, я об этом уже говорил, многие, еще раз повторюсь, создавайте странички свои там в других соцсетях. У каждого есть как бы возможность выбора. О, нифига себе, 44 человека в друзья добавляются. Надо будет подобавлять. Как видите, у меня просто не хватает времени. Даже сообщений не хватает
прочитать все, но надо как-то с этим будет разобраться. Так, хорошо, с этим разобрались. Сейчас попробую. Работает уже или не работает? Потому что в прошлый раз не работало с YouTube. Вот видите, просто тупо не работает. Убираешь. Хотя 162 сейчас попробуем так найти. А, вот он есть, 6 дней назад. Связь по телеге. Ну все, сейчас я его в телегу накатаю. Не работает здесь поиск, к сожалению. Сейчас попробуем еще так. Сейчас зайду в телегу, добавлю его. Телеги пишет странно. Странно, странно, странно. Ладно, напишу в ВК. Так. Вот видите, что-то тупит. Ну, я, как обычно, надеюсь на вашу добропорядочность. Ну, в принципе, если бы вы с вами видели бы, оно группирует. В общем, поздравляю. Ты победитель еженедельки. Так, убирали захват экрана. В общем, все, что вам надо делать, я вам уже показал, рассказал, поэтому кто хочет, участвует, кто хочет, не участвует, ждет там других каких-то конкурсов, они тоже бывают. Нету, к сожалению, у меня времени вам стримить, потому что это сразу же убивает меня, потому что это затягивает, вы знаете, что я если стримлю, то долго. Да, и надо что-то другое стримить. Битва замков надоедает, хватает и видосов. Я играю в Brawl Stars побольше сейчас. Поэтому вот так вот. Все, пишите комменты, лайки, репостики. Видосики, начиная с сегодняшнего, с воскресенья утра. Все участвуют уже на следующую неделю. Все, всем удачи, всем пока. Всем по космосу.